Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневочки, быстренько переходим на турнирную арену, ребята, и пытаемся продвинуться. Ну, я думаю, вы поняли, куда мы собираемся продвинуться. Естественно, в Лигу Мастеров хотя бы две звезды сегодня. Как вы уже поняли, да, в прошлой серии, ребята, у меня отключился микрофон, и я не посмотрел на это дело, поэтому, что дракон всадники Олуха у меня без звука, что черепашки тоже без звука. Сейчас все посмотрел, все окей, точно окей, а то мало ли нет. Нет, все отлично, ребят, все работает, все фурычит. Блин, надо че... Я просто забываю, ребята, иногда проверять. Ну, я объяснил причину, потому что было обновление именно самой OBS студии, и получилось именно из-за нее. Вот такая вот трабла. Раз, два, три, четыре. Поехали. Я думаю, что Макман сейчас быстренько прошуршит. А я сейчас уже скоро, ребят, через полчасика пойду на тренировку. Я как раз часик назад перекусил, сейчас переварится все и побегу на занятия. Так, хоба. Блин, да ладно. Этого надо валить. Все. Пока на изи, ребята. Ну что, мы сейчас вернемся с тобой в прежнюю лигу. Это раз. Так, Сёгун 3 звезды. Но нам нужна... Нам нужна, ребята, Лига Мастеров. Лига Мастеров. Не меньше. Да что такое-то? Не меньше. Не меньше. Погнали. Я только не уверен, что Бакстер Стокман здесь один сможет справиться. Вот что я побаиваюсь. Ну да, так и есть. Постепенный урон, в принципе, он наложил. Если мы сейчас с тобой сделаем вот так. И... Но он отдуплится все равно. Даже если не завалим, то от постепенного урона, ребята, он бы копытца свои бы сдвинул. Ну что ж, двигаемся дальше. Смотрим, сколько мы ступенек будем проходить. Сейчас 94, стало 84. По десяточке, ребята. Итого у нас на прохождение нужно будет 10. 10 ступеней, получается, нам надо проскакать. 10. Ага, раз, два, три. Ну, Рафаэля, естественно, сразу, ребята, в провокацию ставим. А вот Донни, ну, Донни будет жарить. Фигонько он, конечно, прожарил. Так, кто у них тут массовик-затейник? Это Ваня. Вот то, что он здесь усиленную атаку делает, это, конечно, вообще для меня не очень хорошо. Но этому хана. Сплинтеру, само собой, тоже, ребята, край. Да ладно, блин, ну ты вот засранец, а. Вот же засранец. Взял, ребята, и хильнул, а. Блин. Ну давай попробуем так сделать. Граната. До свидос. Ну и в принципе, ребят, все, тут победа уже будет за нами. Почему? Потому что Рафаэль, естественно, раздает тумаки. Блин, надо было. Хотя и так пойдет. Я думал, он посохом не добьет. Думал, надо было бомбочку применить. Но, как видишь, все отлично получилось. Так, ну что, 74-я позиция, да? 73-я. Ну, меня такой расклад устраивает. Давай возьмем вот эту вот команду. Я возьму здесь Донателло и Зека. Раз, два, три. Донателло и Зека. Ну, само собой, ребята, Зек бомбочку, Донателло свою массовую атаку фаерболами. И, по идее, они должны будут отдуплиться. Все. Тут, конечно, когда массовые атаки... Да, пускай они не самые мощные, ребята, но когда они идут две к ряду, тут уж, извини, никто не устоит. Так, ну что, давай смотреть. Я возьму здесь, наверное, да, Пиццелицева. Пиццелицей, и пускай будет Тигриный Коготь. Пиццелицева довольно мощная атака, ребята. У него как бы есть две мощные атаки, но одна самая мощная. Это оборзел, что ли? 66 уровень. Нифига. Попрыгунчик тут нашелся мне. Вот она, мощная атака, ребята. Ну, согласись. Согласись, что это была мощная атака. Но все равно почему-то, ребята, один охламон да выживет. Такая система тут припаривает.
52 место. Двигаемся, ребята, дальше. Так, я возьму, наверное, Маузера влево. Подожди пока, ты не лезь. Ты пока не лезь. Я не знаю, ребята, наверное, драконы всадники Олуха уже будут после тренировки. Ну, да, проходить нам надо события там. Единственное, что мне... меня смущает, ребята, будут ли у меня силы после тренировки садиться и играть. Как обычно, прилягу, отдохнуть, кимарну, проснусь. Ну, короче, как всегда в своем репертуаре. Так, 43-я позиция. Так, 16-22 здесь у нас остается. Ну, давай я возьму, наверное, Рафаэля и... Так, ну, слэш. Слэш, ребята, у нас не отличается особой инициативой, как мы помним все уже прекрасно. Ну ладно, Рафаэльчик. Хил у них отсутствует, да? Подожди, нет, кабан. Кабан хиляет. Уже нет. Уже не хиляет. Ну, в принципе, нормально. А кабан, по-моему, именно пасхальный кабан же занимается хилом, да? Так, уже 32 место. Ищем 16-22. Нашли. Берем сюда Леонардо. Пам-пам-пам. Вот так вот. Вот такая вот у нас получается смачная, так сказать, команда. Делаем вертушку. И что? Ну добить-то вряд ли, конечно, он добьет Майкит Космос. А вот этот парень, скорее всего, добьет. Точнее, даже не он, а его супер-пупер мелкие бурундучки. Чип и Дейл и тому подобное. И должна быть 22-я позиция, ребят. Так, ну что, получается, два поединка нам надо еще оттарабанить. Возьму, наверное, кожеголового здесь. Раз, два, три, четыре. Ну, я не знаю, уверен, что кожеголовый большую часть противников снесет, особенно морозильную кошку, да, и кого там еще, Роквелла, наверное. Господи, он вообще всех смел, просто всех смел. Так, и 12-й, давай позицию мне. Есть контакт. Ну что, берем Кренга. Берем Кренга и раз, два, три, четыре. Хотелось бы, конечно, дойти до еще повышенного ранга. Но тут уж, скорее всего, друзья, не получится. Потому что не успеем. Блин, почему у носорога такой, блин, горб? Меня аж раздражает он почему-то. Есть контакт. Ребят, Лига Мастеров у нас покорена. Но не закреплена. Она покорена, но не закреплена пока. Поэтому нам нужно ее еще и закрепить. Берем, наверное, Супер Шредера и Майки. Пум-пум-пум. Хотел сказать пум-пум-пум-пум, но на пум не хватило места. Так, Супер Шредер, давай. А, у нас первым ходит Майки. Ну, естественно, мы... как же я это мог забыть. Так, теперь вдупляем. С постепенным уроном, надеюсь. О да, шикарно. Что этот получил постепенный урон, что этот. То есть они патологически уже просто не жильцы были. Они еще сами этого не осознавали, но они уже были трупами. Итак, по десятке мы проходим чистой. Ну давай возьмем сюда. Так, Ванюшу с кем взять можно? Ну можно, наверное, с лисичкой. Попробуйте такой тандемчик. Не знаю, должно, наверное, сработать с ней. Кто у нас будет? Алапекс, по-моему, по инициативе круче. Она сейчас будет первой ходить, да? Ладно, она сходит первым. А вот Ванька тут, наверное, кому-нибудь доуступит. Или не... Нет, смотри-ка, никому не уступил. Красавчики. Все. Я обожаю, когда они играют в паре и все друг друга дополняют. Ну что, 80-ку дадите мне? Нет, 9 ступенек всего лишь дали. 16-22. Ну что у нас там еще осталось? Кунаичи. А, так тут уже все, друзья.
Тут уже 70-ники пошли. Тут уже пошли 70-ники. Ну ладно. Давай вжаривать. Бамс. Ну, куна еще хороша. Блин, просто, ребята, хороша, согласись. Прожарила их до хрустящей корочки. Так, ну у меня вопрос другой, ребята. Как бы нам в Лигу мастеров 3 звезды попасть бы? Хотелось бы, согласись. Хотелось бы. Дабы мешает. Откатов мало. Времени мало, завтра понедельник. Даже не знаю. Такс, ну-ка. И метеоритом добьем. Прекрасно. Так, ну что, друзья мои, идеальная победа. Так, и у нас... последний, ребят, поединок. Героев не осталось больше. Так что... ну, во-первых, давай, наверное, сделаем вот так все-таки. Ага, морозилочку снесли. Вот то, что майки делают усиление атаки, это не есть хорошо. Так, крик души от Караи. Всыпали, да, ей? Блин, я не знаю, что. Давай защиту я, наверное, ребят, возьму. Кому он хочет звездануть? Джастину. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то раздухарились, ребятушки, тут смотри. Сплинтер, вали нафиг, а. А ну-ка. А если еще так? А эту... пипец, ребята. Я офигею, 80 уровень, не можешь 68 пробить. Да. Жестко, конечно. Змею Караи подбили нам. Плохо, печалька. Что я могу сделать с этим, ребят? Да ничего, ну, подбили, как ты видишь. Ушатали ее. Ладно, еще вечером, ребята, будет партия у нас. Вечерняя партия. Так, серия испытаний. Ну что, побежали. У нас, ребят, мы заходим с вами плавно на второй круг. И, ну, здесь все должно быть великолепно. Две волны. На последней волне, ребят, вы помните, да, будет у нас Шреддер 6 канала, блин. Так, дави его. С ним мы тоже, естественно, очень быстренько сейчас разберемся. Да хорош там бубнить уже, вылази давай. Что, что ты тут мозгопаровку тянешь, как говорится, кота за хвост? Что этот Крэнк любитель там повыеживаться, повыпендриваться. Знаешь же прекрасно, что уже не желез. Нет, все равно надо повыпендриваться. Иди к чертовой бабушке. Все, все, ребятушки. Изикатка называется. Так, ну а мы тем временем переходим сбор заданий. Пойдем, насколько мутагена, ребят? Мутагена у нас мало, поэтому Алапекс прокачать на уровень не получится. Но зато нам получится ее сейчас, наверное, пропать в плане скилла. Так, все, наушники найдены. Ну что, ребята, по 6 здесь. Здесь по 6 и получается... кого мы после... блин, кого мы после Лапекса собирались прокачивать? Рафаэля оригинального? Ну, а почему бы и нет?
Почему бы и нет, друзья мои? Так, есть у нас Рафаэль оригинальчик. Значит, значит, давай посмотрим у него навыки. Первый навык, естественно, надо прокачивать массовый. Опять наушники. Опять они меня хотят доколупать этими своими наушниками. Так, одни, вторые. Нам уже 4 штуки. Так. Это третий, по-моему, да? Да, это были третьи. Ну. Так, вот 4 наушника нашли. Дальше у нас идет пульт от телевизора. 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Легко идут довольно-таки так. 6, 7 и последний. 8. Ну и шикарно. Оп. Так. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Так, один джойстик. Вообще, геймпад. Все. Это дело у нас закончилось, друзья. И теперь мы... Так, заберем, во-первых, здесь все. Плюс переходим с тобой на испыталку, именно на фарм. Эксперт, эксперт, дайте мне эксперт снаряжение. Ну, твою налево, ну что вы... Снаряжение мощь дают. И вот, ребята, у нас остаются жетоны и эксперт снаряжение, и мне выдают жетоны. Как всегда, ну и тоже. Ну что, друзья мои, вот так вот мы чуть-чуть продвинулись. Мы находимся с тобой в Лиге Мастеров, 55 ранг. Думаю, если я вечером поиграю, то в Лигу Мастеров 2 звезды зайду. Если мы удержимся в Лиге 2 звезды, Лиге Мастеров 2 звезды, то завтра, в понедельник уже, перед бустом, я попробую еще сыграть. Потому что мне на прием в 2:30. В 2:30 вечера, да? То есть у меня будет время поиграть. А вот буст, буст, ребята, уже будет после приема. Ну что ж, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.